А перед оглашением потерь я хочу напомнить, что сегодня идет 806-й день ожесточенной войны, которую Россия варварски развязала и ведет против независимого государства Украина. Но я решил специально отслеживать все значимые события в жизни «Газпрома» до его безоговорочной кончины и банкротства. И сегодня очередная значимая новость в жизни карманной компании Владимира Путина. Как я уже говорил, «Газпром» получил в прошлом году чистый убыток в размере 629 миллиардов рублей. Падение выручки на 27%, а EBITDA упала в два раза. А добыча газа снизилась до показателей 1985 года, так как российский «Газпром» полностью потерял всю Европу. Объем продаж в которую составлял 180 миллиардов кубометров газа. Газовый гигант «Газпром», запасы газа которого являются самыми большими на планете, движется к банкротству. В связи с этим «Газпром» в срочном порядке начал распродавать дорогую недвижимость, преимущественно в Московской, Ленинградской области, а также в других областях. Но мы будем ждать его банкротства. Ура! Ура! А накануне один из российских самолетов взлетел в Краснодарском крае, чтобы отбомбить Украину авиационными бомбами, и невзначай уронил эту бомбу прямо на село. После падения бомба взорвалась. К слову, то же самое буквально два дня назад произошло в Белгородской области, где подобные самолеты также уронили на село две авиабомбы ФАБ-500. Пострадали 7 человек, десятки домов и автомобилей были повреждены. А накануне серия взрывов от наших несбиваемых чудо-ракет произошла в Луганске. Наши артиллеристы пальнули по местной крупной нефтебазе. Начался сильный пожар. Пламя до небес, дым до стратосферы. Все как любят российские оккупанты и их коллаборанты. И так будет до полной нашей победы над русским миром в Украине. По плану. А в это время потери Российской Федерации на фронте в Украине остаются катастрофическими. И сегодня установлен новый рекорд. За последние сутки еще 1300 российских освободителей больше никогда не вернутся в Россию живыми и здоровыми. А всего же 24 февраля 2022 года с начала войны на территории Украины было ликвидировано 478 730 российских захватчиков.